привет, дорогие друзья, это канал Технобар Плюс, и сегодня у нас распаковка моего нового чехла для смартфона Oppo Reno 3 Pro. Это чехол приобретался в магазине кофе за стоимость 100 гривен, друзья. Имеет он вот такой внешний вид, а цвет его светло-серый, либо светло-синий, я даже не знаю, как его точнее назвать. А производство Китай, но тут идет чехол силикон, силикон кавер, май color full protective. Цвет, кстати, синий navy blue, если быть точнее. Друзья, конечно же, тут какой-то непонятный безымянный бренд, но тем не менее чехлами данной компании пользовались уже мои друзья. То есть все заблестировано, как вы можете видеть, довольно таки неплохо все выглядит конкретно под модель. Потому что без чехла использовать ее, как вы понимаете, как такового нет смысла, потому что можно все разбить. Корпус стеклянный, и соответственно потом это все будет очень дорого стоить восстановить. Давайте приступим к распаковке. Заблестировано тут все очень серьезно, очень, скажем так, практично. Я не знаю, даже возможно не получится так без каких-либо на... Да, нет, все-таки получилось разорвать чехол. И я уже вижу то, что мне нравится. Нравится, друзья, больше тут ничего нет. Чем хорош этот чехол, друзья? Ну, во-первых, тут идет, как вы можете видеть, такая, скажем так, бархатная подложка идет. Это уже на самом деле хорошо тем, что смартфон не будет царапаться, если какие-то соринки между ней попадут. Я думаю, это будет всего лишь пыль. Я думаю, не так сильно будет царапаться, нежели если была вот такая чисто у нас, скажем так, поверхность Soft Touch. Сам чехол очень приятный на ощупь, я вам хочу сказать. Oppo — название компании. Здесь у нас кнопки идут. Вверху идут все вырезы. Кнопка громкости. Сейчас, естественно, проверим. Очень приятный на ощупь чехол, Soft Touch. Давайте сейчас ставим и посмотрим, как же все-таки будет он смотреться непосредственно на самом смартфоне. И хочу вам сказать, друзья, что довольно-таки сложно он вставляется, но тем не менее это неплохо с одной стороны, но я так просто смотрю, что он даже и не влазит. Да, похоже на то, друзья. Как вы можете видеть, в принципе, все вырезы совпадают, но это немножечко, я так понимаю, на другую модель. Скорее всего, что на Oppo Reno, но только, скорее всего, версия не 5G, а 4G, друзья. Поэтому я, честно говоря, не знаю, но чехол... Как бы он здесь подходит, но частично. Опять же, не все совпадают края. Как вы видите, здесь для дополнительного микрофона вырез. А микрофон у нас... Хотя, в принципе, микрофон на своем месте вроде бы находится. Кнопка громкости также на своем месте. Возможно, что-то я не так сделал. Вроде бы должно подходить все. Нет, все равно, друзья, вот смотрите... В этих местах все-таки я вижу определенное несовпадение. Насколько это будет критично, но чехол сползает, друзья. Вот так вот. Вот такой, скажем так, промах, пролет. Ну, что ж поделать. Это модель Oppo Reno 4G, как я понимаю, друзья. Там немножечко другой телефон. И, собственно, вот так это теперь выглядит. Ну, как вы можете видеть, сам чехол неплохой. Хотя и на Oppo Reno 3 Pro все-таки, как и было написано. Но, друзья, что хочу отметить. Здесь это идет Oppo Reno 3 Pro. Но, я так понимаю, для модели 4G. К сожалению, друзья, на телефон Oppo Reno 3 Pro не налазит этот чехол. И вот хоть... и его тресни, ничего не получается. Вот таким образом бывают, друзья, такие небольшие проблематичные, скажем так,
залетики. Тем не менее, друзья, вот видите, да, он даже не налазит. И легко очень вот он выпадает, смартфон. Вот такой вот бывает прокол, друзья. Тем не менее, друзья, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся своим мнением в комментариях. Друзья, очень внимательно. Я считаю, что это видео должно многим принести пользу тем, что обязательно смотрите разновидность какого смартфона, разновидность какого чехла, конкретно куда подходит. Это Oppo Reno 3 Pro, но с пометкой 4G. То есть есть определенная модель, которая подходит конкретно под этот чехол. Это у меня Oppo Reno 3 Pro 5G. То есть как-то так, друзья. Тем не менее, подписываемся на канал, друзья, прожимаем лайк, делимся своим мнением в комментариях. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.